Всем привет, друзья! Я нахожусь в одном из уютных домов практически сердца Анапы. Это один из самых первых микрорайонов, который начал активно застраиваться в 2000-х годах. Это микрорайон 3А. Здесь у нас расположен 6-этажный кирпичный жилой дом. И мы сегодня пойдем смотреть очень интересную квартиру. Она у нас двухэтажная, с окнами на обе стороны. Двухуровневая квартира, 110 квадратных метров, в самом сердце Анапы, в микрорайоне 3А. Я не говорю, что это центр Анапы, но те, кто изучают микрорайоны, понимают прекрасно, что сердце оно, потому что здесь инфраструктура в шаговой доступности, в том числе и магазины, кафешки, храм, школа, садик. Это все в развитом микрорайоне 3А находится действительно в шаговой доступности. Добро пожаловать в двухуровневую квартиру, находящуюся в микрорайоне 3А по адресу Ленина 143. Это у нас кирпичный 6-этажный дом, точнее, если быть 5-этажный, но здесь еще есть 2-й этаж, 6-й этаж. Это вот только на самом верхнем этаже такие большие просторные квартиры. Вся площадь данной квартиры 110,4 квадратных метров. И мы сейчас находимся на 1-м этаже этой двухкомнатной двухуровневой квартиры. И здесь у нас встречает коридор 6,2 и лестница наверх на 2-й этаж. Сбоку от нас санузел. Санузел у нас 6,2 квадратных метра. Здесь у нас установлена душевая кабина. Сделан ремонт, санузел, раковина, зеркало с полочками, стиральная машина, кстати, остается в квартире. Я буду рассказывать попутно, что остается, а что будут забирать. И здесь у нас просторнейший огромный зал-гостиная, совмещенный с кухней. Если брать площадь именно зала, то она будет 25 квадратных метров и один. То есть здесь остаются два дивана, все, что вы видите, установлена сплит-система. Ну, люди уже на чемоданах, грубо говоря, как появится клиент, сразу уедут потом. И большая, огромная просто кухня, она 14 квадратов. Весь этот массив, вся эта территория, она остается. То есть заберут только электроплиту и духовой шкаф. Ну и чайник по мелочи. Стол со стульями также заберут, и микроволновая свеча, печь тоже. Холодильник останется, видите, он какой здесь большой. Здесь у нас очень интересная лоджия, она получается как на выход и из зала, и из кухни. Ее площадь 8,8. То есть здесь у нас с одной стороны лоджия, и также можно пройти сюда. Хозяева говорили, что они летом даже матрас стелили на балконе и комфортно умещались. Вид у нас, собственно, на улицу Ленина, на соседний дом, во двор. Ну, здесь достаточно просторно, потому что старый фонд Анапы отличается тем, что раньше соблюдалось пространство. И вы видите, здесь даже озеленение присутствует. Кстати, этот дом не такой уж и старый, он всего лишь 2003 года постройки. Он примыкает к 9-этажкам, те более раннего года постройки. А вот 6-этажные кирпичные вот уже дома, в которых мы сейчас находимся, они уже 2003 года постройки, они кирпичные. Отопление здесь, к слову, центральное, радиаторы заменены на современные. По коммунальным платежам я смотрела лично сейчас платежки. Если брать электричество, то оно выходит 1000 рублей в месяц. При этом здесь установлена электроплита, духовой шкаф, но есть возможность подключения газа. К слову, я посмотрела платежку и за газ, она не отличалась от платежки за электричество. То есть хозяева отключили газ и пользуются электроплитой. Все это документально заверено, никаких опасностей в этом нет. Вы сами, если захотите, можете обратно подключить газ или также продолжить пользоваться электроплитой. Давайте проследуем на 2-й этаж. Здесь, кстати, видите, еще вид на эту часть двора. Тоже все, видите, просторно, даже парковка есть, сосны, ели. Здесь у нас деревянная лестница. Высота потолков, кстати, забыла сказать, очень достаточно высокая. А местами вы сейчас увидите, она просто огромная. Мы попадаем на 2-й этаж. Здесь у нас встречает коридор больше 9 квадратов, в районе 10 квадратов. И здесь у нас есть две жилые комнаты. Давайте проследуем в первую комнату. Это у нас комната-кабинет. Нас встречает пушистый друг. Здесь у нас останется, получается, тюль, занавески, ковровое покрытие, сплит-система, шкаф-купе. Видите, сделан многоуровневый потолок с точечной подсветкой.
И вот про что я говорила, достаточно высокая высота стен под потолок. Вы видите, да, даже поднять голову не могу, насколько они высокие здесь. Давайте я вам покажу вид. Здесь большое преимущество именно этой квартиры, то, что здесь окна не в крыше, а больше как в стене. То есть полноценная высота. Вот я здесь стою, и мне даже крыша не дает, потому что она достаточно высокая. Площадь этой комнаты у нас 16,8. Компьютерный стол, компьютер, ну и диванчик заберут. Шкаф большой для одежды останется. Пройдемте в следующую комнату. Это у нас санузел на этом этаже. Здесь, видите, два санузла. Этот санузел уже больше. У него квадратура 3,4 и 1,7. То есть, если их совместить, получается 4, даже 5,1. Здесь очень просторный большой санузел, также здесь унитаз, раковина и установлена уже такая большая ванна акриловая. Вот такой вот потолок интересный. И показываю вам еще одну жилую комнату. Вот она, мне кажется, самая такая солнечная, просторная и светлая. Ее квадратура 20 квадратных метров. Ну, остается кровать, естественно, шкаф, тумбочки, сплит-система. Видите, тут интересная... решение, окна все открываются, я смотрела, даже такая интересная система открывания. И здесь также вид на улицу Ленина, ну и во двор. Вот такое вот большое помещение. По стоимости, это квартира двухуровневая, на двух этажах, с пропиской, естественно, все документально подтверждено и возможно, то есть нет проблем с квартирой. В принципе, она стоит... 6 270 000, но при реальном желании можно сделать небольшой торг. По договору она будет стоить 4 900 000, в принципе, как многие делают, то есть это возможно. Если понравилась данная квартира, обязательно звоните, потому что здесь срочная продажа, таких больших планировок практически нет в Анапе, либо они стоят гораздо дороже, потому что здесь 110 квадратных метров, это полноценный домик, только вот в многоквартирном доме. И что преимущественно, это очень хороший развитый район. Здесь во дворах этого дома садик, за ним школа, храм в микрорайоне Триа тоже виден даже с окон. Напротив буквально дома Пятерочка, то есть здесь прекрасная инфраструктура. Во дворы, если пройдете на промышленную, попадете на промышленный рынок. А если сделать еще один маленький квартал, то вы окажетесь на Южном рынке. То же самое касаемо и Красной площади. То есть здесь реально шаговая доступность ко всему. До Ореховой рощи 7-8 минут от этого дома. До моря, если высокий берег, то минут 15-20 спокойной ходьбы, и вы попадаете на набережную Анапы. То есть здесь очень хороший развитый микрорайон, и в принципе, видите, расстояние до домов очень большое, комфортное. Вы не будете себя чувствовать здесь, как в консервной банке. И еще плюс то, что это дом кирпичный, он достаточно теплый. Я еще у хозяев спрашивала, есть ли здесь теплый пол, потому что я хожу без тапок, и мне тепло. На что хозяева сказали, нет, здесь нет теплого пола, но мне даже тапки здесь не нужны. Поэтому, друзья, обращайтесь, вот такая большая двухуровневая квартира, 6 270 000. Ну что, друзья, вам понравилась данная квартира? Мне, честно, очень понравилась. Вот прям положа руку на сердце, понравилось очень, потому что двухэтажная, двухуровневая квартира, такая солнечная одна из комнат, это просто сказка. А еще я очень удивилась, что за 110 квадратных метров максимум коммуналки это 9 000, уже включая все счетчики. То есть в самый-самый холодный месяц зимы отопление центральное 8 000, даже 7 с копейками было, а электричество в районе 1000 рублей получается. И вот представьте себе 110 квадратов за 8 000. Ведь у нас есть в Анапе квартиры с электроотоплением, где 12 000 они платят за однокомнатную. Поэтому я считаю, что очень хорошее и интересное предложение. И вот я пока выходила со двора, посмотрите, у нас солнышко выглянуло. Хотя день был пасмурный, и ничто не предвещало такой вот красоты. И вот смотрите, даже дома наполнились красками. И по поводу парковки, кстати, сразу обращу ваше внимание. Вот она есть, парковка. Ну, здесь заставлена, и я вам еще не показала. Там вот буквально, в 30 метрах тоже есть парковка. Реально пустая парковка, и есть возможность где поставить машину. В Анапе парковки – это что-то сверхъестественное. Вот оно, солнце окончательно вышло из-за тучек. Киса, ты пришел? Серьезно? Киса, привет! Красивый, пушистый.
Ой, какой у него шубка красивая, какой он упитанный. Вот счастливые анапские коты, да? Самые упитанные коты. О, тихо, тихо, я ж не мышка, кусается он. Масяжик. О, ты ко мне на коленки пришел, да? Ух ты, ничего себе, ты наглый кот. Он прыгнул ко мне на коленки, вы представляете? Это надо видеть. Не знаю, видно вам или нет. Он пришел и оккупировал меня. Все. Я, походу, его домой заберу. Это самый наглый кот. Просто идет себе человек, присел, и он уже на коленки прыгнул. Вот это ручной уличный кот. Я такого не видела. Вот она, наглая морда. Да, огромный, он просто пришел и сел на коленки. Да мне. Не, он легкий, кстати. Это, наверное, просто шерсть такая плотная. Он очень легкий. Я даже его не ощущаю. Ну какая-то порода, она говорила, я не знаю. А какая шерсть гладкая, вообще такой ухоженный. Слушай, а ты точно уличный? Может, и не уличный кот? Породистый. Породистый какой-то. Прям на уличного вообще не похож, друзья. Это надо видеть. Представляете, меня кот оккупировал. Котейка. Ну а с вами была Светлана. Всем хорошего настроения. До новых встреч.